Она вот это вот наскочала, влево-вправо. Да, ну там машина как-то пол. Да, ты такой хороший. Да, не взяли тебе ничего. Все съели. Лёш, ты игнорируешь меня? Да. Я с семьей. Разумеется. Что? Я со своей семьей. Светловато, он же. Ну как, муж козел, жена коза. Да, ты такой красивый. Ой, еще один. Вот еще. Бородой такой. Вот еще. Красивый ты такой. Да. Ты что, не такой красивый? Ну, такой голос. Я бы ему косички заплетала. Ну, тянечка. Все, пошли. Такие рога интересные, да? Борода такая хорошая. Привет. Что? Ну, такие рога. Угу. Ну, что я сделала? Нечего тебе дать, нечего тебе дать, нечего. Ну что, съешь мой палец, да? Это козлик, козлик молодой. Это перьевые, наверное, куры, да, брамы? Теленки не пушистые, пуховые. Угу. С шароварчиками, да? Хороший, красивый. Ты смотри, мне нравится. Курочки. А вот китайская шелковая курочка. Красивая такая. Золотой падуан. Да вот это золотой падуан. Ну, вот. Эти брамы пушистики. Красивые. Да? Да? Угу. Дикий какие. Кохин-хин какой-то. Ой, что ты все подрапила? Я же котов беру. Кохин-хин. Ты там еще есть. Это куры. Это куры я беру. Ах, красиво. Я малыши эти, типа, из кухни, это другая. Вот таких я видела. Это миниатюрные. Камбоджа только вот таких я видела. Бойцовские какие-то. А это что за бабки, курочки маленькие? Еще с вывески нету. Вообще такие манюнечки. Петушочек такой, да? Какие маленькие. Где маленькие? Вот они такие маленькие. Вот смотри, маленькие. Да, миниатюрные курочки. Курица, она вот такая курица. А эти манюнечки. Вот такие он курицы, как бойцовская. Вот это тут соседние курицы нормальные. Нет, это тоже маленькие. Не, вот те вот. Это же все декоративные породы. Все, пошли. Прикольная курица такая. Бойцовская ж порода. А вон. Кощик. На ноги. Один козленок, он в корыте сидит. Этим шипом разрывает. А что на одной ноге тут? Отломался, наверное. Смотри, он еще он не плохо ходит. Ходит, да. Он сегодня, наверное, родился. Это мама рядом белая, да?
плачет. Это он тут? Да.